2018 года. Земле рост 182 сантиметра, вес 77,5 килограмма. Профессиональный рекорд 6 побед и только одно поражение. Представляющий Шторм Шевченко Фатим из Омска, Россия, Фатор Михаил Бульдозер Дорошенко. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 33 года. Рост 173 сантиметра, вес 77,5 килограммов. Его профессиональный рекорд 25 побед, 5 поражений. Дамы и господа, он чемпион Pro UFC, чемпион Европы по шотокам, чемпион Армении по ушу Саньда и Катин из города Эчмиадзин, Армения. Приветствуйте, Давид Император Хачатрян! Дмитрий Валуевич рассудит Михаила Дорошенко и Давида Хачатряна. Внимательно слушаемая команда. У вас 3 раунда по 5 минут. Покажите красивый, главное, честный бой. Руки пожали по углам. В карьере Давида были и взлеты, и падения. Да, на 6 лет он старше соперника, немного ниже. Ну и, конечно, опыт просто несопоставим. Ну, в свое время, например, Хачатрян побеждал Магомед Расуда Хасбулаева по прозвищу Фродо. Правда, было это еще давно и в другом весе. Итак, смотрим. Ну, а Михаил Дорошенко, в свою очередь, шел на серии 6 побед, пока не встретился на турнире RCC-6 с Аванесом Масканяном, проиграл ему большинство судейских голосов. А следующий бой, который он провел в феврале этого уже года, закончился ничьей. И там получилось, что изменили результат на ничью. Было это на RCC-11 против Дмитрия Михайлиди. Дорошенко дрался. Хорошо поддавливает Михаил на старте. Несколько лоу-киков пробил Хачатрян. Правый прямой. И здесь ответная атака уже от Хачатряна. Хорошую скорость демонстрирует боец из синего угла. Давид выжидает. И искал возможности Давид Хачатрян для того, чтобы пройти в ноги, пока их не нашел. Издалека отрабатывает, в свою очередь, Дорошенко. Отличная атака, но по воздуху от Давида. Такой размашистый бэкфест получился. Такого бойца, как Давид Хачатрян, необходимо удивлять. И делать это желательно можно быстрее. Хотя как раз именно в этом поединке, если бой зайдет в поздние раунды, то шансов, наверное, будет побольше у Дорошенко. Неплохо раздергивает Михаил. Левая рука не всегда на должном уровне у Давида. Но пока справа не так часто Михаил Дорошенко атакует. Просто поддавливает со своей дистанции. Сейчас, да, дернул, вроде показал, что будет бить, но удар не выбросил. А еще один лоу-кик. И двойка. Тут же двойка. Мало пространства за спиной у Хачатряна. Пробивает Хачатрян тоже лоу-кики, причем старается их бить в область коленной чашечки и чуть ниже по икре. Как мы уже не раз отмечали, в последнее время эти удары стали особенно популярны. Колено в прыжке. Но попадается на подхват от Давида Хачатряна. Михаил Дорошенко поджимает его соперник к сетке. И амплитудно, да, вроде хорош брос. Прекрасный тейкдаун. Сразу отмечаем, что 10 побед приемами есть в карьере у Давида Хачатряна. Еще 4 нокаута. И 11 побед решением. Гард открыт, с корпуса на голову переводит акцент своих атак Давид. Интересно, в каком функциональном состоянии сейчас пребывает Хачатрян. Но пока довольно бодро, стоит отметить. Блокирует ноги сейчас, пытается выворачиваться Михаил Дорошенко, отдает спину. И здорово очень Давид Хачатрян занимает выгодное для себя положение. А времени-то еще много. Старается провести удушающий прием, но для начала нужны предварительные действия. Да, и тут опасно пяткой работал как раз Давид. Там рискованно было попасть туда, куда не следует.
Да, потерять такую позицию было бы очень обидно. И вот как раз, да, запустил сейчас руку. Не видно из этого ракурса под подбородком или нет. Но выворачивается вроде бы Михаил Дорошенко. Там, да, сбрасывает себя захват. Шею скрутить и подбородком действительно помогает. Там рассечение у Хачатряна. В одну сторону, в другую. Вот в свое время Александр Шлеменко сражался с Йонасом Бельштайном еще на турнире RCC. И вот в таком положении провел более 2 минут. Выстоял, а потом победил. Еще одна попытка. Одной рукой задушить практически невозможно. Миша, Миша! Скандируют болельщики на Фетисов-арене. Ну, достаточно неплохо отбивается Дорошенко. Не дает закрепить сопернику. И отлично разворачивается в доминирующее положение. Начинает обрабатывать соперника. Но другой вопрос, что времени остается 20 секунд до завершения первого раунда. С другой стороны, Хачатрян потратил довольно много сил. Плюс, опять же, там есть, похоже, небольшое рассечение под глазом. Ну и пытается концовку, естественно, Дорошенко забрать. Звучит. Драйв заводит. Давида Хачатряна смотрим. Полусредневесовая категория. То есть 77 килограммов. Ну, отлично, пошел вперед сейчас Хачатрян. И левой рукой, и по корпусу, и по голове отработал. Есть покраснение на левой икре у Хачатряна. Но оно еще с первого раунда у него. Джеб, но по воздуху. И встречный был очень опасный от Хачатряна, если бы долетел до цели. Да, Давид заряжается. И пытается реализовать по-прежнему свое преимущество в длине рук и ног Дорошенко. Такого маститого, именитого оппонента еще в карьере у Дорошенко не было. Правый прямой от Давида. Поддавливает Дорошенко. Да, придерживает его немного, говорят, что хайкики пока не нужны. А Лукиков... О, какое попадание! И это нокаут, друзья! Сразу же негодует Давид Хачатрян, но вы все видели своими глазами. Прямо выключился Давид Хачатрян, только я вот не успел... Драйв заводит. Поздравляю Михаила.